Всем привет! Сегодня еще одно видео поделок из ладошек и туалетных втулок. Идея я беру из вот этой книги Екатерины Немешаева, называется «Разноцветные ладошки». Здесь много поделок очень интересных, все очень хорошо описано, как делать. Итак, давайте начнем. Сегодня мы будем делать краба. Для этого нам понадобится цветной картон красного цвета, пара глазок. Если нету таких глазок, можно сделать из бумаги. Туалетная втулка. И карка. Краска красная, кисточка, карандаш и ножницы. Ну что, начинаем? Сейчас Маша будет раскрашивать тело краба. Итак, втулку мы раскрасили. Сейчас мы будем из картона вырезать ладошки. Так, одна есть, убирай. Вторую сюда положи. Вот такие клешни краба у нас получатся. Сейчас мы их будем вырезать. Да, вот так, молодец, сделай. Всего. Итак, мы вырезали вот такие клешни и сделали заготовочки для глазок. Сейчас ждем, когда высохнет, потом будем все соединять. Итак, здесь я сделала скотчем двусторонним. Глазки по книжке советуют делать в прорези. Но я решила просто согнуть и сделать тоже двусторонним скотчем их. Сейчас Маша будет их приклеивать. Итак, да, Машунь, смотри, это тельце. Его надо вот сюда приклеить, вот так, смотри, вот так приклеивай. Итак, мы крабика немножко доработали, сделали вместо рисованного ротика дырочку. Давай мне сидим кормить моей мамой. Да, да, можно его кормить. Нам как вкусно.